берем на рейд? Можно, только вот народу у нас больше нету. Как так? А вот там, все сидят более популярные фильмы. Ну так давайте мы себя пропиарим. И как же? Придем, мы снимем фильм. Какой фильм? Хороший, чтобы у нас было побольше народу. Хорошо, я буду режиссером. А вы пока реквизит подготовьте. Так, у нас мало девушек на себе, поэтому снимем мелодраму. Парень подходит к девушке, и они встают в позу с берега. Да не в ту позу, идиот! Белла? Эдвард? Парень? Стоп, а то мы точно снимать не будем. Может, попробуем мыльную оперу? Зачем? Зачем ты ему сказал? Он должен был это знать. Я не мог больше жить с этой ношей. Лучше бы ты умер. А что происходит? Надо было смотреть предыдущие 372 серии. А я думаю, такое зрители не выдержат. Он, наверное, уже выдержал с подписанным плечом. Ну тогда люди посяд на сериал. А не найду. А нам задроты нужны. А ведь и правда. Тогда нам надо больше парней. И что же мы будем снимать? Надо думать. Предлагайте. Раньше были популярны криминальные сериалы. Ну давайте попробуем. Мы ждали вас 2 часа. Маршрутки долго не шли. Вы товар принесли? Проверь. Это что за дела? Босс, все путем. Это Дося. Нет, где деньги? Что это? Бесплатные купоны в нашу химчистку. Стоп, какая-то ахинея. Что же еще можно снять? Молодежную комедию. А что, вариант? Это что? На, возьми. Папа? Да ладно, сынок, нам с мамой уже не надо. Да, сынок, нам не надо. Уже все? Не дари, не дари. Тебя слишком поздно. Нужно что-то другое. Тогда, может быть, маячок? Смысла мало. Может, тогда романтику? И было 2 враждующих клана. Нафига нам твои купоны? Задусь, больше не так. Это уже было. Смотри дальше. И в ту эпоху были 2 влюбленные, чья история войдет в века. Джульетта, давай сбежим с тобой туда, где нас не будут осуждать. Мне батька не разрешает. О, милая Джульетта, что с твоим акцентом? Чего вы, Лазген, кто говорил? Варя, что зря это все учила, а? Давай пошли, там домик уже начинает. Пошли. Больше Джульетта, кто? Нет повести печальнее на свете, чем повесть об Авгении и Джульетте. Ну как? Прекрасно.
Но надо что-то более нестандартное. Может, артхаус фильм? Идеально. Зрите, не поймут. И что еще у нас есть? Порно? А, да, порно нельзя показывать по телеку. Ну тогда эротику. Я прочистил ваши трубы. Может, что-нибудь еще нужно? Да, я хотела бы, чтобы вы мне прочистили, я стесняюсь сказать, унитаз. Это будет стоить 2000. У меня нет столько денег, но я знаю, что могу дать вам взамен. Купон! Задрали вы со своими купонами. Прикройся, это ужасно. Кстати, мы еще ужасы не делали. Но это точно не сегодня. Все, с меня хватит.